Уважаемые гости, подписчики, друзья, я сейчас на Боракае, остров государства Филиппины. Красочный, яркий, красивый остров с белым песком, пляжи, очень красивое, чистое море, изумрудное прямо. Добиралась я сюда из Манилы самолетом, потом автобусом, потом паромом и потом опять автобусом. Это такой трансфер. И представитель трансфера встречал меня и провожал с автобуса и провожал до самой гостиницы. На побережье, вот видите, в основном гостиницы, магазины, кафе, рестораны. И вот на первой линии, ну, почти нет. Наверное, я и не встречала жилых домов. Они прячутся там внутри. Очень красиво. Вот посмотрите, я вам буду показывать, а вы смотрите. Смотрите, малышня играет в песок, строит дома, гроты. Все взрослое население на пляже. Или купаются, или просто стоят и дышат воздухом, снимают, играют. Папа с мальчиком играет в мяч на воде. Вот они, филиппинцы. Так отдыхают филиппинцы. Чайные домики, чайные домики.
Баракая не курит, лишь бы где. Ни на море, ни в гостиницах, в ресторанах, кафе. Есть специально отведенные места. Вот одно из таких мест, где курильщики курят. Вот еще одно такое место для курильщиков, специально отведенное. Небольшой порт или причал, где можно купить билетик и отправиться на морскую прогулку. Вот такой Баракай. Смотрите. Виллы, отели.